Всем привет! Сегодня 14 декабря 2014 год. Мы едем погулять с семьей в Conservation Park. Здесь рядом около нашего дома. Мы один раз уже здесь были, но я не захватил камеру. Сейчас мы поедем с камерой. Я хочу заснять это место. Парк бесплатный. Просто приезжаешь, ставишь машину и гуляешь. Ну, там, в принципе, особенного ничего нету, но, как сказать, это... Ну, просто погулять, подышать свежим воздухом, скажем так. Там сделаны дорожки для пешеходов, сделаны дорожки для велосипедистов. Блин, за мной трак плетется какой-то, подпирает мне в жопу. Пропусти его, если хочешь, или побыстрее поехать. Ну, здесь 25 майлов, я как бы на 30 еду, так что... Я еду по правилам, да и мы не спешим никуда. Сейчас мы подъедем к этому парку, уже недалеко здесь осталось. Мы ставим машину на паркинг и пойдем гулять. Тут везде дорожки направо, налево, да, непонятно, что там, как по лесу, ну, вот, с лес, машиной едет. Лес, да. Лес такой, как бы, как не флоридский, я не знаю, одни сосны здесь, да, сосны? Да, да, сосны. Пальм нету. Пальмы, да, только на Front Beach Road. Вот есть они понизу пальмы, смотри. Они, да, маленькие. Они есть, какие-то, да. Там, может, кусты, я даже не знаю. Так, дорога кончается. Вот этот Conservation Park. Заезжаем в него. Я одной рукой рулить. Такой крутой поворот. И одной рукой камеру держать. Ну ничего. Трак за нами так и едет, да? Да, едет. Ну вот мы уже, в принципе, на территории парка. Здесь уже гуляли. Бо не холодно с открытым верхом ехать. Она дрожит. Ну сейчас мы закроем верх. Потому что сегодня тепло довольно. Ну вот, мы приехали, здесь можно припарковать машину. Кстати, машина есть. Так. Тамара, подержи камеру. Давай. Тот залаялся здесь. Залаялся. Блин, здесь две инвалиды. Вон она, Мася стоит. А ты куда побежал? Вот, выезжает трак. Сейчас мы на его место встанем. А Масяне как интересно, что там кто-то лается, да? Да. Масяня, тебе интересно, что там кто-то лается? Блин, еще один выезжает. А, угу. Друг кабриолет? Да. Друг кабриолет. Поехали. Сюда, наверное. Сбоку встанем. Вот так вот Масяня любит кататься. Мы уже показывали это. Ну и сейчас тоже. Еще выше. Если можно было куда-то заехать, то она бы, наверное, залезла выше. Да, Виталь? Наверное. Так, сейчас я подниму крышу нашу. Потому что можно снять, как крыша поднимается. Я даже не знаю, как там она. Видит? Не видит? Видно, видно. Оп, закрылись. Белла? Белла, сделай хороший вид. Трясется. Все, Белли, все. Пойдем гулять?
тебя было подергулять, да, Бэлла? Мы можем выходить. Пойдем заснимем сам этот. Это не офис, как сказать. Это не офис, это. Это. Машина грязная у нас. Это не офис, это как информационный центр, скорее всего. Ой, что-то я очень приблизил. Ничего видно. Пойду-ка я тоже бумажку возьму для нее. А то да. Она сядет, было бы. Вот какой песик красивый. Территория парка. Испугалась. Ты не дружишь. Ну, здесь такие парковочные. Места. Тут даже душ есть, ноги можно помыть. Здесь информационная такая стенд. Здесь как бы visitors, please take notice. Нотик это как бы посмотреть карту визитор это. Взяла себе мешочек, не себе, а собаке. Может, себе взяла. Сейчас пойдем посмотрим, что и есть, какие здесь птицы, какие есть здесь животные. В этом Conservation Park вот здесь как бы не показывают. Здесь можно сходить в реструм, если кому-то надо. Здесь можно водички попить. Вот, туалет для менов и для вуменов. Это женский, мужской. Ladies and gentlemen. Ну, а здесь то, что парк Wildlife. Это Лаукинис. По-русски это будет забываю. Как этот Лаукинис. Вот где наш мап, где мы находимся. Вот мы здесь, вот в этом Conservation Park. Вот мы здесь. А вот здесь 98 хайвей. А вот здесь мы где-то здесь живем. Вот здесь мы живем. Так что нам, в принципе, здесь очень недалеко. А вот где мы ехали сегодня по 79-й дороге. И вот здесь бридж, этот мост, где на аэропорт дорога. Мы здесь тоже снимали сегодня. Там, где пеликаны. Вот. Здесь тоже большой мап. Wild, я все забыл сказать вам, как это переводится. Wild, это Лаукинис по-русски. Не знаю, забыл, как по-русски. Лаукинис, как по-русски? Да? Лаукинис. Уличный, ну? Не. Ну, какая, что ты имеешь в виду? Ну, Wildlife, это Лаукинис, как... Ну, не Лаукинис, что уличная, а вот природа, как это называется? Лаукинис. Дикая. Дикая, да, дикая. Ну, типа вот, здесь и птицы, и какие-то зверьки, растения, всякие. Ну, воздух очень хороший. Хорошо дышится здесь. Такие беседки. Вот, да, дикая природа, вот, здесь как бы они хотели этим, они подчеркивают этим, что
Здесь, в принципе, ничего не тронуто. Ну, за исключением, наверное, то, что построили вот этот дом. И сделали вот эти дорожки. И заасфальтировали, чтобы людям было удобно ходить. С этими беседки. Все остальное здесь так, как было. Американцы вообще, они... Вот, допустим, мы ездили сейчас по району, искали этот yard sale или garage sale, они, ну, я там сам район не заснял, но, как вам сказать, они, если вот строят дом и стоит рядом дерево, они не срубят его никогда в жизни. Очень берегут природу и, как сказать... присматривать за ней. То есть я думаю, не то что им, они как бы им даже бы не разрешили, наверное, вот это срубить это дерево. Вот здесь можно посидеть, привезти с собой в какую-то еду, посидеть, покушать, отдохнуть. Очень красивая такая беседочка. Вот и пальмы зараз, видишь? Ну там, мне кажется, это не пальмы, Тамара. Они, как сказать, это как кусты вот эти вот. Но они не пальмы. Видишь, они выше не вырастают. Вот такая дорожка. Сейчас пойдем. Здесь мостик такой. Он... огороженный от, чтобы ты не упал. Было написано, что здесь крокодил, да? Нет, аллигаторы. Аллигаторы. Крокодилы, мне кажется, не в Африке только, в Америке аллигаторы. Они поменьше, чем крокодилы. Ну, мы что-то не нашли. Ну, я не думаю, что они есть здесь. Ну, почему они так? Ну, страхуются, наверное. Может, какой-то здесь есть? Ну, я не думаю. Лично я не думаю. Но здесь такие вот болота, вот зеленые, где вы видите. Сейчас я плюну. Да, там вода. Заросшая такая. Как для них тут место, да? Да. Ну вот, возьми шишку. Шишку возьми. Ну вот. Впереди. Да, вот кинь, посмотрим здесь. Как? Вода. Да, вода, я говорю. Ну, здесь, ну, болото. Вот, здесь то же самое. Никто здесь, конечно, не чистит, ничего не делает. Ну, это же дикая природа. Это дикая природа, да. Вот написано, смотри, да? Вот он, крокодайло. Да. Якобы. Это American alligator. Это вот аллигатор, да. Смотрите. На бревне сидит, на той фотографии, и как бы его, он сливается с этим бревном. Лучше, конечно, здесь не ходить, то есть не попадать ему в лапу. Гнездо что-то нет? Да, это, наверное, гнездо. Какая-то птица сделала. Вот это гнездо. Я вот задаюсь целью, что эти аллигаторы здесь кушать могут. Ну, если... я не думаю, что они есть. А если они и есть, то я думаю, все равно не что-то. Они живут там, где есть пища. Ну, да. Им надо же что-то кушать. Может, птицы, может, какие-то там, я не знаю. Здесь вот эти ракуны, они бродят здесь. Может, их кормят? Нет, вот я стоят, не думаю. Вот это как свет или что? Вот эти вот, видишь, стоят? Это стоит, та синяя. Я не знаю, что ой, здесь такое. Там, с другой стороны тоже это что? Это подсветка или... Я не знаю, что или это такое. Для птиц, чтобы... Нет, нет. Понятно. Не кормушка. Какая здесь вот, кормушка? Видишь, что тут нарисовано? Здесь описывается, вот видишь, вот эти... Watch for, обратите внимание на вот эти какие-то там растения, вот эти.
Но их не вижу здесь. Кипарис какие-то. Может, остались, которые сучки вот эти? Вот, вот, вот они, вот они, да, вот да. они, вот они. Да, да, да. Вот сейчас я засниму вот это. И здесь это. Сейчас я покажу. Там даже есть что-то зеленое. Вот такие штуки. А вот еще здесь такая. Там. И вот здесь. Что за фигня, я не знаю. Здесь какое-то растение. Вот они стоят. Да, 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 да. Их много здесь. А что, не вымерли? Нет. Я думаю, что они... Такие? Такая форма их. Обалдеть, да, их нет. Скамеечка, можно сесть, отдохнуть. Да. Ну, было бы хорошо увидеть аллигатора. И подождать, да, когда кто-нибудь выплывет отсюда. Ну, не под маслом слух воды, да? Да. Когда? Ну, я не думаю, что выплывет здесь кто-то. Да нет, им шумно. Ну, идем дальше смотреть. Кто-то на велосипеде проезжает, кто-то так идет. Ну, мы же здесь уже были, я повторюсь, просто я не брал камеру, у меня дома осталось. На телефон как-то не очень качественно, я думаю. А вот на камеру. Так, что у нас здесь? Woodpecker, это американский дятел, генис. Это генис. Наверное, где-то должно быть дупло его. А помнишь, когда ты видел? Ты же раз где-то. Вот какое-то дерево интересно закрученное. Мне кажется, еще мы и дойдем до этого места. Дерево вот это интересно, да? Да-да, я видел, я заснял его. Вот такая природа во Флориде. Сегодня довольно хороший день. Не холодно, не жарко, 20 градусов в декабре. Вчера даже видел в Солодане, один мужик в бассейне купался. 20 градусов, ну, в принципе, я не знаю, может быть. Что здесь у нас? Здесь растение какое-то. А, вот это вот оно и есть, да? Да. Вакс мартл какой-то. Сами. Так, что у нас здесь за информация? Бабочки какие-то. Угу. Может, для них построен этот... Скворечник для бабочек. Вот и скворечник. Ну да, скворечник, да, да, сейчас засниму его. И вот там еще. Но это не для бабочек, Тамара, это для птиц. Кто строит для бабочек скворечники? Ну ты сама подумай. Они вообще живут один или два дня. Может, другие живут подольше, я не знаю. Бабочки, там разные сорта есть. Вот скворечник еще один. Вот. Ну, здесь тоже люди ходят. Пришли погулять. Что же, собака, наверное? Ну, наверное. Да-да-да-да. Та самая женщина с этой собакой. А. Вот, сейчас, а сейчас сниму верхушки деревьев. Они выглядят как засохшие почему-то. Не знаю, может, они на зиму. Как бы вот здесь сейчас на зеленое, а здесь... Какой-то. Или то, что они здесь в болоте. Может, специальные какие-то деревья. Я не знаю. Ну, сейчас посмотрим реакцию нашего песика на другого песика. О! Да, Белла. Другая, да? Собачка, жаль, что эта собака шла с этим овнером, а то бы ты их да. порвала всех. Да, ты бы их, ну хорошо, что мы тебя держали с поводком, ты бы всех загрызла здесь. Аж люди напугались.
Сейчас их не собачек слушают. Да, вот такие опять большие шишки покажу очень. Здесь какие-то кусты. Обрати внимание, я вот сейчас сказал, смотри, вот вокруг везде зелено, да? А там, где болото, вот посмотри. Ага. Все деревья какие-то засушливые. Обрати внимание, да? Вот именно, именно вот это место, да. То ли то, что в болоте. Ну, то ли там, может, какие-то деревья другие растут. Видишь, здесь это... Конечно, другие деревья, там же лесо сосны, а там совсем другие. Да, и там ни одной сосны нету, смотри. Да. Ни одного зеленого дерева нету. А что? Засованный? Что у нас тут? Здесь какие-то растения тоже. Ну, может, и сейчас не этого, может, зимой. Может, летом они или весной цветут. Сейчас декабрь месяц. И, наверное, не сезон. А, кстати, я покажу, какую я бороду отрастил. Не знаю, Тамара мне снимала, не снимала. Вот, я себе такую бороду отрастил. Я не вижу против солнца. Вот так вот. Седая. Вот такая борода у меня. Не знаю. Надоест, сбрею. Так, что там, песик? А, вот еще один скворечник. Да, это для птиц. Мошек, это для этих вудпекеров, для этих дятлов. Здесь уже дорожка такая посыпанная какой-то мелкой, не знаю, крошкой. Не знаю, как это называется по-русски. Мескалда по-литовски. Ну, какая-то фигня. Это неестественная дорожка. Так. Да, скворечники везде. Здесь еще один скворечник. Пойдем дальше, обойдем здесь. Тамара спортом занимается с собакой. Так, в принципе, в лес здесь не очень-то рекомендовал бы ходить. Просто здесь очень много змей. Потом всякие насекомые, которые кусаются. Вот это вот. И вот там живет. А, эти мыши. О, смотри, орел. Да? Орел летит. Вот, ага, американский игл наш. Вот орел. А там еще один. Вот подальше. Орел летит. Вот, смотри, эти мыши. И для них вон там домик. Такой. Да, это бэтс, это летучие мыши. Для них построили. Вот. А вот этот для них построен дом. Сейчас его засниму на фотографии, а здесь засниму, как он выглядит на дереве. Да. Ну, не знаю, есть там эти мыши летучие, нету их там. Да, да. И, кстати, Тамара, мы когда... Нет. Когда мы были последний раз, их не было. Помнишь? Их не было, этих скворечников. Здесь он вообще рядом, смотри. Да, для птичек, наверное, потому что видишь, это куда залетать. Да. Я думала, еда тут или что. Нет, нет, нет. Это, наверное, может, они живут. Как сказать, на зиму им. Ну, не знаю. Я помню точно, когда мы были, их не было. И смотри, они свежие. Они вот дерево даже видно, что свежее. Но если бы было уже давно стояло, оно бы почернело, ну, от времени. А их, наверное, недавно сделали. Сейчас морозы когда были, да? Ну, не морозы. Ну, морозы. Холодно было, да. Было здесь у нас ночью, где-то неделю или две назад. Блин, под ноль уже было. Холодно, уже джинсы пришлось одевать. Так мы везде в шортах ходим.
весь наш гардероб состоит. Шорты да майки. Здесь все-таки Флорида, субтропики. Так что нам не надо. Здесь одежды никакой. Так, а здесь слашпайн какой-то. Вот как цветет это растение фиолетовое. Но где оно? Я не вижу. Вот это, наверное. Только сейчас зима. Ну. Да, сейчас она не цветет. Ну, пошли дальше, посмотрим, что там. Парк очень большой. Да, ролик у нас получится длинный. Вот сейчас смотрю уже. Немного, мы во все не пойдем. 20, пройдем только круг. Да, 25 минут уже мы уже? Как снимаем. Ага. Ну, мы начали с дороги. Ага. Ну вот. Посмотрите, народ, как выглядит Флорида. Ну, скажем так, Wild Forest, дикий лес. Я лично по лесу здесь ни разу не гулял, потому что здесь, ну, как бы говорю, не рекомендуется гулять по лесу. Здесь еще дальше дорожка есть. Вот. Но мы туда не пойдем. Вот, 0,5 майлов до нашего паркинга. Мы опять возвращаемся, только круг далее, возвращаемся вот уже на другой мостик, но мы придем уже к своему паркингу, где мы машину ставили. Bella, come on. Да, здесь должны быть эти белки, но их не вижу здесь, потому что здесь этих много сосен, здесь шишки большие, они должны кушать. Вот такие деревья, они засохшие все, без листьев. Может, они на зиму скидывают листья, я не знаю, вот такие. Я их даже не знаю, как это называется. Вот, а вот здесь... Птичка такая. Вот это дупло. Сейчас я засниму, где это дупло. Вот на этом, кстати, засохшем дереве. Да, вон оно вверху. Видишь? Я-то вижу. Вот камера как-то не очень хочет это дупло. А вот видно, мне кажется. Вот это дупло на это дереве. Но опять же, не ясно. Живет здесь эта птичка, не живет, не видно ее. Здесь опять болото. Что, опять аллигейтор? Стрекоза. Dragonflies. Это, ну, наверное, стрекоза, я так понимаю. А бывает сезон в августе, да, когда я хочу? Да, да. И как раз эти лягушки квакают. Наверное, может, они эти появляются, и появляются, как бы, лягушки выводят свое потомство, а эти жрут этих dragonflies. Ну, так природа устроена. Как сережками такими, как у нас в России. Похоже, да. Они рассыпаются прямо в руке. Здесь, наверное, семена вот этого дерева. Или это куст, я не знаю. Вот он тоже. Жарко. Здесь, видишь, ветра нету. Наша Белла. Следопыт. Она чуть не подпрыгивает. Помнишь, как она подпрыгивает? Ага. Что-то сейчас идет. Она, нормально. Видишь, может, потому что мост здесь. А, ну, видно. О, здесь. Вон она прилетела. Кто-то слышит, чик-чик-чик-чик, ага. Так делает. А кто там? Ну, какие-то птицы есть здесь. Очень маленькие, кстати, я видел, вот мы там на бич-волл гуляли. Большая собака идет. Сейчас Белла вообще обморок получит.
Нет, она сейчас ее разорвет. А, ну да. Ты только держи, чтобы она не напала на нее. А то собаке будет, это она скушает эту собаку. Да. У нас была труслиха последняя. А, nice dog. Hi, how are you? Hi. I used to work over at Pearl. Yeah, you remember me. Yeah, yeah. I'm still over there. Yeah. She's friendly. Oh, I'm sorry. She's friendly. She's... So you're no longer there? Yeah. Where are you at now? It's good. Good doggy, good doggy. Good doggy. That's Sugar Bear. Sharpie? No. Chow Chow. Aye, Chow Chow. Yeah, her name's Sugar Bear, though. Oh. Sugar Bear. Окей, see you. Good to see you. Виталя, ты ее снял, где она сейчас сидит? Встретили одного здесь, ну, знакомый, когда-то вместе работали в отеле Pearl. Он там работает, работал или работает официантом. Я не знаю, сейчас он там работает или нет, потому что я уже там больше не работаю. Это было в прошлом году. Вот в парке встретились. Ну, особо нечего с ним говорить. Здесь еще покажу такое место. Я в прошлый раз тоже думал, зачем это сделано. И сам не знаю, зачем это сделано. Здесь такие, как скамейки, стульчики для стадионов. Здесь еще какой-то... Вот здесь. Здесь ничего нету, просто такая площадка. И как бы скамейки сидеть. Чего они здесь сделаны? Непонятно. Тамара опять застряла. с нашей чувавой. Бегут спортсмены великие. Да. Здесь еще люди идут, я не хочу их снимать, чтобы... Потому что они какие-то там непонятные. Так я вот говорю, вот снимаю эти скамейки и думаю, зачем вот их здесь построили. Я до сих пор не могу понять их предназначение. Может, лекцию какую-то читают люди. Блин, посередине леса построили такие. Может быть, про парк. Ну, здесь что-то. Понятно. Вот здесь вот эти такие. Ну, да. Здесь стол. Две скамейки. Здесь понятно, что можно посидеть, отдохнуть, перекусить. Здесь все понятно. Зачем это? Непонятно. Ну, а может, кто-то напишет, когда увидит. Может... Там таблички нет никакой там? Никакой, ничего. Ага. Просто. Ты знаешь, как в стадионе бывают вот такие скамейки, чтобы на что-то смотреть. В описании парка нужно посмотреть в интернете, может там написано, для чего это. А вот это для чего, непонятно. Здесь мусорка. Ну вот, мы уже подходим к паркингу. Вот по этому мостику мы заходили, мы сейчас заходим, приходим уже с другой стороны. Там люди какие-то пошли. Здесь еще один такой столик. И вот это очень интересно. Hello. Очень интересно вот это дерево. Нигде не вижу его названия в описании. Они очень часто здесь встречаются. Вот такие деревья. Что какие-то свиши. Не знаю, что они здесь кидают. То ли свои
секла семена. Непонятно. Так, здесь еще какое-то растение. Пойдем посмотрим. Так, здесь какой-то свет. Я хочу посмотреть. Растелеония какая-то. Но я ее не вижу здесь. Вот она, может, это. Не знаю, вот это. Но опять она не цветет, потому что, скорее всего, здесь из-за того, что сейчас зима. Вот, мы здесь заходили, вернулись по другой дороге. Ну, сейчас мы идем в машине. Сколько к машин подъехал, да? Угу. Еще один столик. Ну, неплохой такой парк, очень хорошо. И самому прогуляться, и собака. На дорожке, на велосипед. И да, с... На который мы все-таки не будем обходить. Нет, да? нет. Вот, мужик. Вот, он на велосипеде, еще собаку. Тащит. Или собака его тащит. Вот так. Вот мы уже подходим к месту, где машину оставили. Сейчас поедем, не знаю, в магазин, наверное, что-то надо купить. Здесь уже асфальт начался. Хороший парк. Чисто прогулять. Да, такую собаку только с велосипеда выгуливать, да? Угу. Хоть раз в неделю. Ну, всем пока. Не знаю, сегодня, наверное, выложу это в интернет, чтобы все могли увидеть. Слышишь, Урзгина? Да. Белла, иди порви ее. А сейчас подойдет, опять народ заберется. Иди ее порви на кусочки, чтобы... Как она рычит. Это, наверное, гавкнет, это и обоссется на месте. Ну вот, пришли к своей машине, нашему Крайслеру. Всем пока.